Трагический день настал сегодня рано утром во всей России. Уважаемые зрители, подпишись срочно на наш канал, чтобы завтра утром не пропустить новый выпуск, который мы приготовили для вас. Всем известный российский актер и певец Антон Макарский является легендой для всей страны. Многие годы он радует нас своими ролями в известных фильмах, а также своими песнями. Еще вчера вечером с Антоном Макарским произошло несчастье. Сейчас он находится в больнице в очень тяжелом состоянии, медики оказывают ему медицинскую помощь. То, что с ним случилось, нам никто не хотел рассказывать. Родные до сих пор скрывают это от общественности. По всем нашим данным, которые принес нам наш источник, оказывается, Антон Макарский был найден в бессознательном состоянии недалеко от своего дома, возле продуктового магазина, куда он вышел за продуктами и потерял сознание. Уже несколько дней Антону Макарскому дома не здоровилось, но от медицинской помощи он отказывался. Прохожие нашли его без сознания, привели его в чувство и вызвали скорую помощь, так как узнали в нем любимого актера. Пока больше информации нету, друзья, мы следим за развитием событий, уже завтра утром на нашем канале появится продолжение этого выпуска, поэтому следите за нами и до скорых встреч, друзья, на нашем YouTube-канале.